Так, ну чё, привитос, амигос, вот и настал тот день, когда придется спуститься в царство мертвых, царство тьмы. И отхватить там, блин, транды. Так, для того, чтобы пойти туда, я предпочитаю одеться в соответствующие бесовские одежи. Я думаю, что надо напялить что-нибудь, сука, самое толстое и бронированное, чтобы не пробивали. Потому что эти привидения, сука, будь они неладные, они нахрен идут себя очень дерзко, они... Бля, вообще мрази вонючие, из каждой стены высовывают свои грабли, бля, и норовят тебя вломить. Никуда не годится идти в нем, в моем парадном костюме, да, в котором, ну это что, это, в этом костюме только на королевский бал, там, к Гвину, там, на танцы ходить, потому что в этой игре это базара нет, лучшие тряпки, ну вот, посмотрите, сидит абсос какой-то, блядь, бабушка ему кольчугу связала спицами, вот он в ней ходит, как ебаклак, даже сапоги не одел так. Носки кольчужные по колено сбацали, ну. Вот, а поэтому сейчас я сниму, блин, сколько всего говна-то у меня в инвентаре. Сниму сейчас, значит, свой красивый костюм, одену некрасивый, зато, о, какой мощный. Интересно, какой шлем был у этого сета. О, кувырок батькин-то, а. Сейчас, теперь надо выложить все это говно лишнее, а то вес, вес, перевес. Так, да сейчас, 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 быстренько, быстренько находим, находим. Где, где, где? Господи, сколько это шмота. Мне лень идти утилизировать этот шмот в пасти того червя, но если кто играет в первый раз, да, многие решили поиграть после моего видео в эту игрулю. Имейте в виду, что вот тот вот червяк, который там сзади вырос, из колодца торчит, он поедает вещи и оружие и дает за это души. Можете ему все скармливать, коли вам не впадлу будет, если вы копили, собирали. Я когда первый раз игру проходил, накопил приличную кучу шмота. Ну, дешевые шмотки он, конечно, ест практически даром. Но что-нибудь, какой-нибудь дорогущий деликатес, он схерачит и даст вам приличную за это награду. Нет, кольцо, подожди. О, уже что-то больше на кувырок похоже. Нормально, все. Сет рыбакопа, ё-моё. Интересно, кстати, а щит от этого комплекта был? Так, а где тут спуск-то? А, где-то тут, по-моему, да? Все доспехи почему-то тяжелые, бряцают здесь с одинаковым звуком, по-моему. Здесь вообще звуки доспехов делятся только на кольчужный, кожаный и тяжелый. Все. Как я понял, другого не дано. Я, правда, не помню, а что там внизу надо сделать? Убить кого-то вроде, больше ничего. Я только не понял, почему я сюда, сука, без хилок приехал. Я же сидел у этого сраного костра. Что у меня, костер только плюс 10 дает, что ли? Ну, надеюсь, хватит. Впадлу сейчас его разжигать. Или как правильно, возжигать. Так, где-то здесь... Где-то здесь должен быть торговец, который торгует проклятиями. Симпатичные руины, конечно, там внизу. Что за оружие ты мне принес? Хрен я тебе нарыло принес. Да. Санкции, походу. Ничего не завезли, кроме двух заклинаний и какой-то палки. Так, бабушкина клюшка, ёптать. А, значит, где-то в другом месте продается проклятие. Я помню прекрасно про эти проклятия. Я помню, что, да, и читаю, что вы пишете, что с этими проклятиями будет легко и просто. Блять, мне знаете, сколько с этими проклятиями раз жопу порвали здесь? А знаете, сколько раз я, блядь, оступился и ёбнулся вниз на этой карте? Тьма тьмущая. Цифры такой не придумали. Жесть полная. Так, стопэ, я чуть не понял. Гражданин. А, в нем лута нет? Есть. Кратковременное проклятие, вот оно. Значит, надо его поставить в слоты вместо вот этого, наверное, говнеца. Где оно? Вот, кратковременное проклятие. Так. Аккуратненько. Я прямо здесь в воду падал, я далеко даже не ходил. Бежишь, бежишь, херак. И на дно. Вообще, конечно, интересная локация сделана. Вот сделана она интересно. Бля, ну я ее ненавижу. Мне же, ну, это же не повод ее любить, то, что она сделана интересно, то, что там затопленный город внизу. Это интересно, да, но я маму делал того, кто этот город делал.
Так, кратковременное проклятие. Надо цель теперь выбить, успеть кинжал из этих мразей. От кинжала они огребают вне зависимости от того, проклят я или не проклят. Ну, конечно, здесь еще важно, очень важно прийти сюда вовремя, когда призраки спят. Шутка. Прийти сюда тогда, когда призраки не будут уже вам разрывать жопу своими ударами. О. Тропинка. Вот видите, сидят где эти шлюхины дочки, блять, а? Вы видите, что делают? Смотрите, теперь удар. Опа. А призраки тёлки, кстати, походу. Ой, не о таких девочках я мечтал. Сейчас какая-нибудь гидра как схватит за сраку. Вот это будет угарно. О, душа хранительница огня прямо здесь. Смотрите, тут какой-то утопленник. Видимо, неудачно его посвятили в христиане или как там. В какой-то... А, ну в христианстве, да, мордой в воду макают. Вообще надо в реку, вроде как, но в церквях... Ну, меня, по крайней мере, в тазик макали. Не знаю, может, вам меньше повезло, но меня утопить не удалось. А я, кстати, читал новости, это не шутка, я не шучу. Была новость года 3 назад или 2, как во время крещения священник просто утопил младенца нахер в этой чашке. Вот такая борода, вот он, религия. Может, я не знаю, может, он утонувшему богу поклонялся из «Игры престолов». А в «Игре престолов», ну, кто книгу не читал, чтобы вступить в... То есть, на Железных островах, откуда родом Тион Грейджой, все молились утонувшему богу, и чтобы вот ты стал, как это сказать, последователем этого культа, тебя должны были утопить, а потом откачать. Нормалек? В общем-то, есть какая-то... Что-то похожее на христианство есть, да, в этом? Действия. Видите, сколько их тут, этих, сука, тварей? Вы не думайте, что это так все просто и легко и красиво. Я просто до последнего откладывал поход сюда. Поэтому пришел сюда с вот этой мотыгой, и они мне ни хрена дамага не могут сделать. А вот посмотрите, сука, прямо они прямо из стен вытаскивают руки и бьют. Поэтому я одел на себя вот эту тяжелую кастрюлю подобную, хрен знает что за броню. Я и в прошлый раз тут пройти смог только когда в Хавила оделся. А в кожанке они мне просто сраку рвали. Ну, кто играл, тот не даст мне соврать, что это просто шляпный уровень на самом деле. Парирующий кинжал. Ну, нахер он не нужен здесь, а? С какого-то оборванца лут подбирать. Вот, здесь есть какие-то срезки, да? Тут где-то можно лестницу скинуть, куда-то спрыгнуть, блядь. Но там миллиметр не допрыгнул. И сидишь уже у костра. Опять. Снова... А это что такое? Что это она орёт? Вон внизу, видите, дымная дверь. О, прикольно, да? Она под водой. Надо акваланг найти. О, еще проклятие. Видите? Значит, что это проклятие, которое я на себя наложил, здесь уже должно скоро перестать действовать. Мне придется накладывать новое, как я понимаю. Тоже важно не провафлить этот момент, потому что призраки без проклятия дохнуть-то перестают. Вот, обосранный... А, вот эта лестница, короче. Пиздык с ноги. Это срезка, туда сейчас слезать не надо. Вот. Ты идешь за этим лутом, а тебя сверху чирик, пиздык. Хуя куку. А, вот проклятие-то и кончилось, поэтому я не могу ее надамажить. Или что, я просто не попал? Охереть, не встать. Вот же дерьмо. И это не единственный момент. Они здесь до хрена. Вот внизу призрак сидел, видите? И вот представьте, если бы я от них нормальный дамаг получал все это время. В итоге, чтобы пройти здесь, приходилось запоминать, где сидят эти призраки, блядь. Бить их этим кинжалом проклятым, потому что проклятия мне не хватало. То есть я очень мучился здесь вообще. Просто психовал. Я, по-моему, игру сносил даже два раза. Именно в этом сраном, блядь, Анорс Рандо. Но самое веселое говно начинается дальше, конечно. Потому что дальше концентрация этих говнопризраков сейчас вырастет в разы. А, вот, значит, это срезочка, да, по-моему? Вот, смотрите.
Вот там лут светится. Я помню, что там какой-то точильный камень или что-то вроде ценное. Вот смотрите. Хопа из-за поворота. Сейчас отходим. И смотрим, да, они здесь летят со всех сторон. Пиздык по ногам. Во. Дома, кстати, прошел нормально в этот раз, смотрите-ка. А вот это еще и щит пробивает. Видите, видите, что делается? Главное, что у этого проклятия нету статуса, блядь. Я не вижу, когда оно слетает. Поймешь только, когда привидения бессмертными станут. Это полное говнище. О! О, видите, как классно. Ну и что с вами делать, шлюхи? Подойдите за ударом, дамы, как говорится. Вот, они здесь летят с воды, они здесь сидят в стенах. Чтобы собрать лут, надо здесь разбежаться и прыгнуть, но я этого делать не стану, мне насрать, что там лежит. Я хочу просто пройти это побыстрее и забыть нахер. Интересно, почему эти духи... Откуда в этой игре вообще привидения, если тут все и так полумертвые? Полые, не полые, с душой, без души. А привидение-то откуда? Я сколько раз сдох, что-то привидением не становился. Пасть закрой, тварь. Ну чё за... Чё-то мне кинжал-то так и не выпал, хочу заметить. Да-да-да, по лестнице лезешь, они тебя пиздят. Классно. Так, ну чё, это вроде конец этой дороги, нет? Чувак. Ну, ты кто такой-то? Да, у меня есть великая чаша. Пароход он охраняет, нихера себе. Вот ключ от печати. Охранники, надо сказать, ты так себе. Я охраняю, на, держи ключ. Иди и дай им пиздюлей. В самой дальней палате в руинах. Используй ключ, чтобы сломать печать и открыть ворота. Да, и не забудь. Темные духи обитают в черной пустоте, что зовется бездной. Но бездна не место для обычных смертных. Однако много лет назад рыцарь Арториас пересек бездну. Если ты найдешь его и узнаешь его секрет, бездна поможет, может покориться тебе. Я не понял, что говорит этот сумасшедший, когда проходил в первый раз эту игру. Тем более, что довольно сложно понять, кто такой Арториас. Пришлось гуглить, читать. Я просто три раза пришел в колодец, упал и сдох там. Я вообще не понимал, как, блядь, что надо сделать. Только с помощью Dark Souls PD я понял, что надо найти какой-то, блядь, какого-то рыцаря, дать, волка найти, дать ему пиздюлей. Из волка почему-то кольцо какое-то упадет. Да. Бой неравный. Так, победили, да? Где-то тут, блядь, затычку надо вытащить, чтобы воду спустить. Но я не помню, где именно. Тут есть спуск. Куда-то. Ага. Вон оно что. Ты спустишься, нет, на мой уровень-то, чтобы я тебя отбуцкал. Не знал, что здесь есть проход. Вот это уже не очень на проход похоже. Так, ну давай попробуем, что ли. Осколок зеленого титанита, чтоб ты сдох. Нахрен он мне нужен.
Главное, непонятно, чтобы бессмертного скелета убить, надо атаковать его оружием небес, типа оружием святой, святых мощей. А привидения оружием небес ни хрена не убиваются. Тут, блядь, проклятие наоборот нужно. Их что, мало прокляли, я не понимаю, что ли? Так, сейчас тут что-то какая-то замутка. Устройство не поддается. А хер ли оно не поддается-то? Ага, ключ от печати. Сейчас, стопы, стопы, а наверху что тогда? Сейчас найдем, что делать. О! Ага, ништяково, да это же есть срезка-то вот этого, там дракончики охраняют ее. Полная жопа. Составной лук и длинные стрелы. Вот это интересно, составной лук лучше, чем мой. Несмотря на то, что я никаким не пользуюсь, но... О, да. Найс. Пусть будет. Вдруг я решу включить лучника обалденного. Так, а там еще влево был путь, дорога. Вон туда. Ага, там лут. На карнизе дома тоже лут. Так у меня вопрос, если я его возьму, как я назад вернусь? Человечность. Так, вот теоретически, да. О! Там еще лут. Но если с крыши спущусь, я сдохну. Так, я прыгаю сюда, допустим, бегу, 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 забираю лут. А, и прыгаю потом туда. Все нормально, можно. Боюсь просто назад не смочь вернуться, это будет отстойно. А, или можно внутрь упасть. Тут щит какой-то, по-моему, был, нет? Пф, ты, блядь. Нахер мне ваше кольцо. А, кольцо отстойности, блин. Так, все, пора затычку вытаскивать. Так, я точно не помру здесь? Почти не помер. Подзаправились, вперед. И костров никаких тут, самое главное, нет до самого босса. Босса с первого раза ты тоже хрен убьешь. Не подходи так к краю, а то я ссыкаю. А, он открывает ворота. То есть вода выльется наружу, что ли? Откуда она тогда здесь вообще накопилась? Дождями налило. Причем дракончиков, которые стоят на стреме, это ни хрена не смывает. Что самое прикольное, им пофигу. И открылся первый этаж. Да-да-да. Вон дракон, видите? Вода слилась, а им похер. Но при этом я что-то не врубаюсь, как туда спускаться. Я что-то спуск-то не вижу здесь. А, должно вот это говно заработать. Вот, там, значит, есть короткая дорога, по-моему, опять же, через сад темных корней. Там есть лифт. Или я что-то путаю. Скорее всего. Ну, что-то такое вроде было. И вот мы видим здесь куча... А, склад с херовыми пловцами, скажем так. Очень много народу здесь. Потонуло, походу. О, блядь, а это что такое? Это то, что было берсеркером во второй части. 1200 душ за него дали. Ничего себе. Главное драконов не трогать. Этих, сука, хер убьешь. Интересно, а как этот чувак дышал под водой, который на меня только что навалился? Он что, блядь, ихтиандр, что ли, какой-то обалденный? Там еще звук какой-то неприятный такой. А в домик заходишь, звука нет. О, здравствуйте, пидораствуйте.
Да, бэкстаб нам только снился. 1200. Так, понятно, подожди, а что еще здесь есть-то? Я сомневаюсь, что эта локация состоит из одного сарая. А, больше тут ни хера и нету. Ха. Хотя, по-моему, я тут долго бродил, ходил. Может, это просто не к боссу проход сейчас будет, а в продолжение этой локи? Ага. Опять бежит, да, ёб твою мать, что ты будешь делать? Это что за хуета была сейчас? Что это такое? За дерьмо кусок. Изо рта у нее вылетают какие-то, бля, коса какая-то. И дерьмо. Что-то вообще не рубает, что это за куча. Какой странный моб. Живучий. Что-то он задумал. Ох, нихера. А, он голову породил взрывающийся, что ли? А сам от нее же он сдохнуть не пожелал, да? А, и здесь еще один в засаде сидел, ты посмотри. Ах ты, блядь. Да они не так просты, как кажутся. Темная рука. Ну вот это щит, который он применяет. Интересно, какая у него стабильность. Как у Путина, наверное. Судя по тому, что не пробивается и не сбивается. О, еще. Ну давай. Им одного прыжка, удара с прыжка хватает, смотрю, чтобы отъехать. О. Человечка. Ага. А это спуск куда-то, да? Интересно. А там что? А это подъем куда-то. И что, тут нет никого, что ли? Опять душа. Блин, ну костер. Чё, им жалко было костер здесь поставить, а? Ничего не вижу. Даже с лампой ничего не вижу. Боязно что-то мне здесь. Очень большой уголь. А, это чтобы до плюс 15 затачивать пушки. Огонь вообще, огонь. Уголь хранился под водой, его прикол. Так, это прыгнуть, наверное, здесь нельзя. Сразу дэмэдж выхватишь.
Так. Хорошо, ну это какой-то храм, походу, утонувший, я не знаю. Вот лучше бы здесь, знаете, DLC-шку выпустили не вот этот королевский сраный лес там в прошлом, а вот этот город до того, как его затопило к херам собачьим. Вот это было бы интересно, согласитесь? Посмотреть, что тут было-то хоть. Как его затопило, что его затопило. Такие вещи в этой игре хер узнаешь без гугла. Блять, телефон. Так, сука, отвлекают вечно. Где тут сняла? На лифте, да. На лифте, да. И куда этот лифте, да? О, мне, по-моему, не вверх надо. Мне, по-моему, надо наоборот вниз. Что это такое? Что-то, блядь, какое-то знакомое место. Да, обсеру знакомое. Так это... Так это, бля, вообще самое начало, а нахрен я-то... срезка открылась, что ли? Ну, это, бля, это прекрасно. Даже факелы сгорелись почему-то, но... Я что-то не врубаюсь, идти-то куда? Босс-то где? О, высоко же теперь, ёптать. В Ларри Крофт бы я тут спрыгнул, да доплыл, куда мне надо. А теперь что делать? Так, видимо, не сюда, да? Хорошо. А, видимо, дальше надо направо идти. Я помню, что какой-то, сука, колодец там такой глубокий-глубокий. Туда спускался, минуту идешь. Вот, и падать надо в конце. Все, больше ничего не помню. Так. Снова вода. Я, сука, боюсь, что ко мне подбегут и бэкстабнут. О, бежит. Интересно, почему этот моб перешел во вторую часть как берсерк, если он здесь вообще самый обычный чертополох, суши. Я так понимаю, что все, кто утонул в этом городе, стали привидениями, вот эти, которые наверху меня терзали только что, но... А кто тогда вот эти берсерки? Это, наверное, местная полиция, наверное. Какая-нибудь, я хрен его знает. Чуть рыцари, может, местные. Тут же все завязано вечно, что черные рыцари, бла-бла-бла. Одних опалило, других не опалило. О, треснувшее красное око. О, опять. Да ёбжешь ты налево-то, твою мать. Правильно, хороших мобов должно быть много. Но, сука, это явно не про этих демонов. О, вот, наверное. Фу ты нахер, блядь, как так-то? Тут срезка была, что ли? Сука, хоть карту бы... О, водичка. Хоть карту бы сделали, куда идти, куда не идти. Вот кто-то помер. Опять куча говна это. Опять, сука, этот берсерк. Ты давай, давай. Отличная попытка дать мне фофон. Там уже, сука, голов наплодили, я смотрю. О, еще один. Да, вот уж точно хорошего моба. Хороших мобов много не бывает, блин. Пошел нахер. Чмырдяй ты, о. Блевотина, мне кажется, обладает какими-нибудь проклятиями. Вряд ли она просто блевотина. Бьет и окаменеешь. Интересно, что там, где Нита живет, не было вот таких херовин, а головы летали. Ну. Блять. Что? О, прикоснуться к пятну крови давно этого не делал, но вот он выбежал и сдох, короче. Это был просто не очень умелый парень, видимо. Птиу, блядь.
него коса вместо языка, что ли. Не успеваю разглядеть. Так, но, видимо, я еще ближе. На шаг еще ближе к боссу стал, да? Что, мне каждый раз с этой кучей говна драться потом? Так, ну это грамотный сундук вроде. Обломок. Ага. Сдался ты мне, обломок. О, вот она, вот он, видимо, колодец. О, и здесь еще один пассажир анального рейса. А, я понял, в чем его фишка. Он на удары не реагирует, у него нет вообще стабильности никакой. То есть его бьешь, а он ни хрена не отшатывается от этого. Он свой удар наносит. Все правильно, значит, это берсерки, как и во второй части. Только их здесь много, и с них ничего не падает. А там их мало, и с них можно их тряпки выбить. Дерьмо какое, да? Так. Надо, значит, чтобы там не сдохнуть, одеть... Сука, падла, у меня же это говно надето. Тихо. Чё за звук? Мне казалось, кто-то нападает. Надо одеть кольцо, сука, Арториаса, оно вообще ничего не дает. Мне придется снять мое. Позволяет путешествовать по бездне. Обалдеть. Оно и выглядит как говно, и дает как говно. А, травяной щит тогда возьму. Я не помню, сука, они магией дамажат или чем? Демоны эти. Кувырка у меня, ясное дело, нет теперь, да? Такой, в стиле, блядь, жирного американского полицейского. Синий сапог появился, это значит, что я могу. Могу. Вот, тут можно долго-долго спускаться или быстро-быстро спрыгнуть. Но если вы не упадете посередине, а ёбнетесь об ступеньки, вам хана. Поэтому готовьтесь, сейчас начнет тошнить. Ой, блядь, чуть не оступился. А, вот уступчик с этого может... Нет, хуй там. Я ссыкую, не хочу опять сюда бежать через толпы призраков, берсеркеров и куч говна, которые оживают. 4 эстуса. Да, я вообще не помню, чтобы я долго возился с этим боссом, который здесь живет. Но, сука, хер его знает. Я из первую бабочку, эту лунную, помню, что с первого раза убивал. А сколько раз я в этот раз я попыток потратил? Саную кучу, правильно. Вот сюда я прыгал и вообще и дох без кольца Арториаса. И не понимал вообще, что надо. Так, кольцо одето, все работает. Понеслась, сука! Мануса убил и вас убью. Текстуры просто, я не знаю, родина Нубса и Бота. О, 4 короля. Назгулы ебаные. Вот первый. Вот это первый. Нихера он... Здоровье снимает. Сам он похож на какой-то пенек, блядь. На редкость убого нарисовано все здесь. И локация, и босс. Много дамага ему, сука, не всунешь, как мы видим, да? Он очень живуч. Ах ты, пидрила. Ну, пизда, ваншот, наверное. Нет, смотри-ка, не ваншот. А там уже и следующий нарисовался. Их же четверо. Всю стабильность щита они снимают сразу. Хочу заметить, что это полное говно. Да, в общем-то, что удивляться, зная, что за дерьмовый щит на мне надет. Из-за этого ебливого кольца, блядь, которое нахуй снимать нельзя, я не могу, блядь, нормальный билд настроить. О, заебись, теперь их двое. Говно полное. Конечно, самое время промахиваться начать. Ну, отступать тут вроде можно, блядь, до самого, сука, Китая, бля.
сейчас локация вроде как не ограничена ничем. Второй отъехал. Да. Наверное, недолго, блядь, этого босса придумали. Я не понимаю, почему они все похожи. Вот, ёбнул так ёбнул. Да, заебись. Чё-то травяной щит как-то дерьмово стабильность восстанавливает. Кольцо Клоранти, по-моему, лучше. Вот так снова, блядь, двое. В них ещё хуй прицелишься, блядь. Да, кувырок вообще. Наш метод, блядь. Нахуй я этот щит одел, уёбищный. Сам не понимаю. Всё, пизда. Лечиться нечем. Я не понял, почему их там теперь трое еще. Да. Пизда-то вообще. Ну, блядь, и пиздовать теперь, сука, сюда 2 года, нахуй. Я знаю, в чем дело, просто, блядь. Я знаю, в чем минус, блядь, этого босса. Вот в этом ебаном, блядь, кольце, которое мне, блядь, нахуй не нужно. Пошло в жопу, блядь. Дерьма кусок. Да, пошло нахуй, блядь, чтобы тебя не видел, блядь, вообще никогда больше. Дерьма кусок. Это, бля, уебанское кольцо надо одевать после того, как убьешь уже этих боссов, обоссанных, блядь, но не раньше. Так, теперь надо возжечь это говнище, блядь, которое нихуя гореть нормально не хочет. Ну, конечно, блядь, здесь, блядь. Благо человечности хоть нахватал. Сука, блядь, столько идти туда теперь. Ну, блядь, говно, ебаное. Ну и босс, блядь. Ну и локация пидорская, блядь. Абсолютное говно, нахуй, блядь. Первый костер, сука, за 500 километров, нахуй, оттуда. Ну, ебаный в рот, блядь. Как так-то, нахер? Сука, пидоросня, блядь. Да опустошай, что хочешь, сука, говна кусок. Интересно, душ-то я хоть свои, блядь, найду. Кстати, привидения резнулись, они не дают быстро пройти к лифту. По проклятию у меня заканчиваются, а кинжал я из них так и не выбил. Дерьмо сраное, блядь. Ну, где вы, ублюдки? Come wish me now, сука. Иди сюда, блядь. Чё, давай. Пропробую этот щит. А, не пробиваю щит-то, смотри-ка, блядь. Вот и пост, блядь, а. Да, но все-таки кольцо Клоранти намного лучше восстанавливает выносливость, чем обосранный щит, блядь, травяной. Следующая шлюха. Я 4 заказывал. А, блядь, вот ты где, сука, иди сюда. Я замолю, если к нему в упор подойти, они вообще ничего не могут сделать, да? О, у него магия есть, нихера себе. Вот не знал, что ты так умеешь. Дай-ка тебя, блядь, 2 руками отпиздёхну. Да ёб твою мать, как он меня на лету-то поймал, а? Да-да, выкуси, блядь, урод. Ты откладываешь неизбежное, чувак, ты ж понимаешь. Да, у них дамаг-то оружие говно какое-то ссаное. У них только магия дамажит. Блядь, чё мне раньше-то никто не сказал. Следующая проститутка. Я всех просил посмотреть. Почему так в сауне темно? Слышите, свет включи. А то шмару какую-нибудь подсунут. Сейчас, блядь, сейчас. Да, больно-то как, блядь. Хуёво мой доспех пробивается, скажи же. Не, ну сейчас вот заебись. Хилочку. Что-то сыкотно, блядь, бить-то без щита. Щитом медленно, но надежно. Но где следующая прошмандень? А? Где ваш сутенер? Я, бля, ему жалобу подам коллективно. Всего канала. Че, блядь, ждать столько надо, что ли? А, вот ты где. Я уж думал, не придет. Мне троих-то мало, бля, конечно. Че вы тут, блядь? Ой, нахер, идите, блядь, с своим телефоном в пиздень, блядь. Нет у меня дома, нахуй, все.
Победа, сука. Телефону поговорил и по обеду победил. Ой, за них что-то душ дали, сука, не по размеру. За этих пидоров это перебор. Можно было и поменьше давать. Все. Аллилуйя, победа. Андурмандо это пройдено. Я трубу шатал этой ссаной локации. Так, новый уровень. Кольцо-то я снял, надо же учиться и прокачивать, да? Сколько у меня? О, 900, нормально. Сопротивляемость что-то. Говно какой-то параметр. А, подождите, а если я выносливость качну? 3 единицы целых стойкости, обалдеть. Ладно, пусть будет. Все, короче, нахрен. Перенервничал. На этом конец. Пишите, жмите, продолжение следует.